способ инвестиции через платформу Crowdfundly. Сначала необходимо зайти в приложение своего банка и установить месячный лимит на переводы средств через интернет. Можете выбрать лимит на разные суммы. В пределах установленного лимита сможете осуществить переводы. Если лимит не установлен, то вы никакую оплату провести не сможете. Необходимо пройти по ссылке. В появившемся окне нужно ввести сумму в долларах. Минимальная сумма инвестиции – $25. После того, как вы ввели сумму, нажмите на Get Now. Необходимо заполнить поля, ввести свое имя в строке Your Name, ввести адрес своей электронной почты в строке Your Email адрес. Ставим галочку напротив Pay with PayPal, оплатить с помощью PayPal и нажимаем Pay. Для перевода на казахский или русский язык можно в браузере сверху справа нажать на три точки и выбрать «Перевести». После загрузки страницы, если у вас нет аккаунта PayPal, то вводим адрес электронной почты и нажимаем «Создать аккаунт». Переходим на страницу создания аккаунта и оплаты. Заполняем данные для оплаты. Вводим адрес электронной почты в строке «Email» и номер телефона в строке «Phone Number». Заполняем карточные данные, номер карты, 16 цифр на передней стороне вашей карты, срок окончания действия карты, месяц и год, код CVC, 3 цифры на обратной стороне карты. Заполняем ваше имя и фамилию. Ваш адрес проживания. Ставим галочку напротив пункта «Адрес доставки такой же, как и адрес оплаты». Придумываем любой пароль. Запомните или запишите его, чтобы пользоваться этой платформой в следующий раз. Вводим дату рождения. Вводим индивидуальный идентификационный номер, ИИН. Этот пункт необходим только для тех, кто находится в Казахстане. Нажимаем «Согласиться» и «Продолжить». И еще раз «Продолжить». Готово. Подтверждение о платеже вы получите на электронную почту и можете прислать скрин с вашей электронной почты или своего банковского приложения с подтверждением о платеже в Telegram Мухтара Аблязова. Готово. Алға, Қазақстан.